Мы в гостях у Любови Васильевны Дворянкиной. Дачница уже много лет увлеченно выращивает овощи. 6 соток заняты в основном огурцами, перцами и томатами. К последним особая любовь, и растения отвечают ей взаимностью. В магазин за кетчупом и томатной пастой Дворянкина не ходит уже лет 15. Томаты заготавливает в свежемороженном виде, закатывает банки с соком. Каждый год с 200 кустов дачница снимает рекордные урожаи. О них, кстати, ходит слава по всей округе. Дачница не скрывает, что пользуется только проверенными дедовскими способами. При посадке, то есть вот я выкопала лунку, положила немножечко песочка, немножечко, значит, золы, полила раствором из марганцовки и туда опускаю корешок. Все закапываю наверху, чтобы воды, в общем-то, не было. Куриный помет осенью, сидираты весной и молочные коктейли летом. Вот три кита, на которых и держится вся агротехника. Перед тем, как снег пойдет, я просто разбрасываю по этому участку удобрения. А весной все перекапываю. И еще, кстати, весной я сажаю. Как только снег растает, может быть, даже еще снег не растает, чуть-чуть осталось, я просто разбрасываю семена горчицы, овса, ну, как бы называется, сидираты сейчас это. Потом все это перекапываю и сажаю помидоры. В этом году в огороде посажено 15 сортов. В связи с холодами и сыростью дачница констатирует отставание томатов в развитии на 2 недели. Чтобы подбодрить растения, она готовит им теплый молочный коктейль. На 10 литров воды добавляю 0,5 литра молочка, такого самого нежирного. И они зеленеют. Ну, веселые становятся, в общем. Молочным раствором дачница поливает кусты томата под корень. Мы знаем, что при термообработке большая часть витаминов и других полезных веществ в молоке разрушается. Поэтому лучше всего подкармливать растения сырым молоком. Ну, кроме молока, я еще могу от фитофтороза очень полезно опрыскивать кефиром. Самым нежирным кефиром. Лучше, чтобы он, купив в магазине, он там дня суток двое-трое полежал еще дома в теплом месте. И этим раствором, также разводя с водой, я опрыскиваю наверх, поверх. От фитофтороза это помогает. Это я убедилась. Ученые подметили, молочный сахар, лактозу не переваривают практически все насекомые. Благодаря этому молочное опрыскивание и подкормки создают барьер для многих вредителей. Молоко создает на листочках тончайшую пленку, которая препятствует проникновению возбудителей болезней. Кроме того, молочный коктейль стимулирует обмен веществ в растительном организме, помогает усваиваться и другим полезным веществам, находящимся в почве, либо вносимым в качестве подкормки. В выращивании всех овощных культур дачница пользуется принципом полезного соседства растений. Неспроста по краям томатных грядок кустится полынь и крапива. Растущая по периметру грядок и сада, полынь защищает от многих вредителей. Отпугивает грызунов, тлю, гусениц. Из полыни и крапивы наши деды готовили отвары, добавляли мыло и опрыскивали ими сад и овощные грядки. Крапивный настой для томатов традиционно использовали от фитофтороза и тли. Уважаемые садоводы и огородники, приглашаем вас к активному участию в нашей программе. Если у вас есть свои способы выращивания овощей, пишите и звоните нам. Адрес и телефон внизу экрана.